Всем привет, с вами Герман Пермяков, это Redline TV. И сегодня позвольте познакомить вас с очередным комплексом, который называется Emerald Beach Resort и Spa, который находится в поселке Равда. Чем интересен этот комплекс? То, что он является элитным, это раз, но также, что все его здания названы по именам элитных изысканных тканей. Ну и давайте сейчас пока посмотрим, действительно, где находится сам поселок Рав, да? Вот он находится здесь, рядом с Солнечным берегом. То есть поселок в данный момент слился с городами Несебр, с самим Солнечным берегом и со Святым Власом. Поэтому фактически он находится недалеко от Солнечного берега, но в то же время вдали от шумных заведений этого курорта. Итак, давайте посмотрим, что это за комплекс. Приятного просмотра. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами Герман Пермяков, вы на канале Redline TV, и сегодня предлагаю вам ознакомиться с очередным комплексом на побережье Болгарии. Называется он Emerald Beach Resort и Spa. Находится он в районе поселка Равда. Итак, давайте уже посмотрим, что это за комплекс, что он из себя представляет. Итак, Emerald Beach Resort и Spa. Морская жемчужина, расположенная в окружении красивого парка редких растений, возвышающийся над самым берегом Черного моря. Экзотический комплекс создан для того, чтобы удовлетворить самый утонченный и изысканный вкус. Архитектура комплекса составляет сочетание изысканности и роскоши в пяти независимых строениях. Комплекс состоит из трех корпусов: кашмир, сатен и дамаск, их зданий мадрас и икат, и двух элитных вилл шали и багиры. Все они носят имена изысканных тканей, символа шикарного образа жизни. Emerald Beach Resort и Spa предлагает 6 баров и рестораны, которые предлагают изысканные вкусные блюда. Также открытый бассейн, 3 открытых бассейна, детский уголок Маугли с воспитателями, спа-центр, боулинг, теннисные корты, места для парковки и так далее. Если говорить о ресторанах и барах, то ресторан Lascaux Garden представляет собой изысканную кухню и разнообразие утонченных блюд, приготовленных специально для вас, для любителей и знатоков вин. Ресторан предлагает специально подобные вина с богатым вкусом. Бамбу-бар – экзотический, стильный, свежий. Завораживающий интерьер создан из натуральных материалов, превращающих его в идеальное место, где в экзотической атмосфере вы сможете насладиться бокалом вкусного напитка. Sky-бар – ощущение премиум-класса. Стиль, роскошь, аромат дорогих сигар в сочетании с невероятным панорамным видом на море. Drake's Bar & Grill – что может быть лучше освежающего коктейля в конце дня? Расслабьтесь и насладитесь богатым ассортиментом напитков и отдохните. Пулбар – небольшой оазис, освежающий уголок под палящим солнцем, окруженный распылителями воды. Что же касается спа. Уникальный спа-центр всемирно известной индонезийской королевской сети Taman Sari Royal Heritage Spa представлен также и в данном комплексе. Место, где вас побалуют квалифицированные индонезийские терапевты. Они предложат вам богатую палитру спа-процедур на любой вкус. Что же предлагается в этом спа-центре? 10 комнат для спа-процедур, комната для двоих, комната массажа специальными камнями, турецкая баня и хамам, кабинет ароматерапии, сауна, тропический душ, кагидари или ледяная комната, кнайп, прогретая панель,
бассейн с подогревом и джакузи, полностью оборудованный фитнес-центр и парикмахерский салон, комната отдыха, спа-бутик. Что же касается спорта и развлечений, то комплекс предлагает разнообразные возможности для тех, кто хочет заниматься спортом или просто развлечься во время отдыха. Комплекс предлагает разнообразие для каждого члена вашей семьи. Спорт в комплексе представлен теннисными кортами, фитнес-центром, пляжным волейболом и баскетболом. Спорт и развлечения поблизости: водолазный центр, верховая езда, оффроуд, мини-гольф, аквабайк и парусный спорт. Спорт пейнтбол. Также летние виды спорта обеспечены условия для любых видов водного спорта. Развлечения поблизости: мини-клуб с развлекательной программой для детей, развлекательная программа для взрослых и музыка и шоу-программы. Также поблизости есть путешествие, предлагается путешествие на лодке и яхте класса люкс, аквапарк, дегустация вин, страусовая ферма, пиратское круиз-шоу и так далее. Также предлагаются конференции и встречи в самом корпусе Emerald Beach Resort и Spa. Удобный конференц-зал, подходящий для совещаний, семинаров, симпозиумов, конференций и так далее. Конференц-зал, подходящий для групп от 10 до 150 человек. Высококачественное оборудование, доступное для проведения конференций и встреч в многофункциональных апартаментах. И новый конференц-центр. А также доступно оборудование: мультимедиа, экран, система озвучивания, флипчарт. Высококачественный беспроводной интернет доступен для участников мероприятий во всех залах. Планировка мест в конференц-залах Emerald Beach Resort и Spa представлена в виде схем, которые дают ясное представление о функциональности и вместимости зала. Курортные апартаменты. Итак, переступая порог элегантных квартир, вы сразу почувствуете спокойную и стильную атмосферу, которая удовлетворит все ваши потребности. Просторный и комфортабельный интерьер, дополненные функциональной кухней, обеспечат ощущение роскоши и гармонии. Захватывающий вид на солнечный берег и старинную часть города Несебр завораживает своей красотой днем, а вечером очарует яркими ночными огнями. Великолепие изумрудного моря и величественное небо над Бургасом переполняют положительными эмоциями. Каждый апартамент оборудован кондиционером, располагает ванной комнатой премиум-класса с ванной, беспроводным интернетом, телефоном, спутниковым телевидением, кухней, феном. Дополнительные услуги включают обслуживание номеров, звонок будильник, стирка и так далее. Также какие виды курортных квартир здесь представлены? Первое – это студия. Одна комната площадь примерно 40 квадратных метров, кухня, две односпальные кровати или раскладной диван, балкон, оборудованная кухонная зона, конфорки, вытяжка, холодильник, раковина, встроенные в кухонные шкафы, ванная комната и туалет с ванной и феном. В квартире есть раскладное кресло в зависимости от площади студии, обеденный стол с четырьмя стульями, спутниковое телевидение, кондиционер, телефон. Апартамент с одной спальней, площадь примерно 70 квадратных метров. Планировка включает одну спальню, две кровати, которые можно раздвинуть, гостиную, кухню, конфорки, вытяжка, холодильник, раковина, встроенные кухонные шкафы, также ванную комнату с туалетом, ванной и фен и балкон. В квартире есть раскладной диван, обеденный стол с четырьмя стульями, спутниковое телевидение, кондиционер и телефон. И третий вид курортных квартир – это апартамент с двумя спальнями. Площадь примерно 100 квадратных метров. Планировка включает две спальни по две кровати, которые можно раздвинуть, гостиную, кухню, конфорки, вытяжку, холодильник, раковина, встроенные кухонные шкафы, ванную комнату и туалет, где представлена ванна или душевая и фен.
и балкон. И в квартире также есть раскладной диван, обеденный стол с четырьмя стульями, спутниковое телевидение, кондиционер и телефон. Самое интересное, что самое важное, что нужно сказать, что все курортные квартиры в комплексе Emerald Beach Resort & Spa предлагаются в продажу уже с отделкой и меблировкой. Это очень важно и очень приятно. Ну и как всегда поговорим о местоположении комплекса Emerald Beach Resort & Spa, который находится в поселке Равда. Вот этот поселок Равда, о котором я говорил, вот здесь находится Бургас. Вот здесь аэропорт Бургаса, то есть, как видно, сам аэропорт находится немножко в стороне от центра города, и Равда вот здесь, и застройщик говорит, что комплекс находится в южной части поселка, то есть вот буквально вот на этом носу, на этой косе, которая очень, так сказать, привлекает. Уже на фотографию со спутника вот эта коса, и отсюда видно вот эту старую часть города Несебр, которая является под в данный момент находится под защитой ЮНЕСКО. Поселок Равда находится всего в 15 километрах от аэропорта Бургас. Давайте вернемся и посмотрим. Вот аэропорт, застройщик в 15 километрах. И в 5 километрах от курорта Солнечный берег. Вы можете посмотреть, что это в принципе совсем рядом. На самом деле, судя по карте, застройка уже слилась. Вот она идет, переходит постепенно в Несебр и дальше в Солнечный берег. То есть фактически это один населенный пункт. И данный поселок подходит для семейного отдыха благодаря великолепным условиям для проживания. Что же здесь мы имеем? Это спокойная атмосфера, полезный для здоровья мягкий климат, свежий воздух, мелкий золотистый песок, кристально чистая вода. Это идеальное место для всех тех, кто хочет провести незабываемый отдых на море. Ну а для тех, кто вообще не знаком с географией Болгарии, давайте еще раз посмотрим в большом масштабе вот этот поселок Равда. Вот он обозначен, вот здесь Бургас, вот здесь находится Варна, и вот здесь София. То есть мы видим Солнечный берег, Варна, Бургас. Вот здесь находится наш комплекс. Ну теперь давайте с вами посмотрим, заглянем в один из апартаментов, который располагается в данном комплексе Emerald Beach Resort & Spa, и посмотрим, что он себя представляет. Я только что перечислял всю меблировку, которая уже, так сказать, которая меблирована в студии, и давайте одновременно посмотрим. Ну и также скажу, что обслуживание общих частей, я расскажу немножко про них. Годовая оплата за обслуживание апартаментов в Emerald Beach Resort Spa составляет 15 евро за квадратный метр и покрывает следующие услуги. Это круглосуточная приемная, оплата коммунальных расходов за помещение общего пользования, обслуживание помещений общего пользования комплекса, круглогодичная охрана и видеонаблюдение, обслуживание лифта, обслуживание зеленых зон, аллей, бассейна и так далее. Коммунальные квитанции за свет и воду, которые приходят в процессе вашего пользования, вы естественно оплачиваете отдельно от общих частей. В принципе, ну и если могут быть еще какие-то расходы, то надо будет уточнять именно у компании, обслуживающей уже данный комплекс. Но, насколько мне известно, их больше нет. Теперь предлагаю прогуляться по поселку Равда вместе с обывателями, да, и с туристами, которые уже побывали там, и посмотреть, оглянуться вокруг, что он из себя представляет. Ну, естественно, услышать какие-то комментарии об этом поселке. Вот такой поселок Равда в Болгарии.
Везде чистенько, красивенько. Через каждые несколько метров стоят небольшие зеленого цвета контейнеры для мусора. Каждое утро ездит машина, которая чистит и моет дорогу. Газоны ухожены, травка и кустики подстрижены. Итак, нам центр. Очень легко ориентироваться по указателям, которые расставлены практически на каждом шагу. В этом частном магазинчике мы покупали воду и пиво. Он как раз находился у нас на пути к морю и довольно-таки дешевенький. Вот так вот, выгул собак по газонам запрещен. Хотя почти в каждом доме есть собака. И в нашем отеле не исключение. У хозяйки отеля есть лайка по кличке Сара. Итак, движемся в центр, где множество ресторанов, кафешек всевозможных, лотков с фруктами, магазинов с сувенирами и одеждой, аксессуарами для пляжа, аптеки и небольшой супермаркет. Есть и бутик с продажей только алкогольных напитков, а также очень много отелей и апартаментов, некоторые из них выставлены на продажу. На отелях развиваются флаги разных стран и баннера, оповещающие о наличии мест и продажи. А вот контейнеры, о которых я говорила ранее. Вот и сам центр. Дошли наконец-то. Остановка, с которой можно отправиться в другой город Болгарии на автобусе. Либо здесь есть агентство, в котором можно арендовать автомобиль. Это центральная площадь, фонтанчик и главное здание поселка Кмёд-Стварав. Сельсовет по-нашему. Все туристические фирмы устраивают здесь место сбора туристов при отбытии домой на экскурсии по Болгарии или в Турцию. Ну а это уже ближе к берегу моря пошли частные отельчики, которые функционируют, а также те, которые находятся на этапе строительства. Видимо, обмен валют. Здесь можно обменять и гривну на левы. Нужно искать обменники, где написано «нет комиссии». Не Себре в обменном пункте, правда, висела такая табличка, но нас не спасла. Комиссию все равно с нас взяли. В общем, не цураются и обманут. Поэтому потом меняли деньги только в проверенном обменнике. В общем, заговорилась я. В нашем распоряжении было два пляжа. Хотя и долго было идти, но на каждом пляже есть все условия. И поесть можно, и в чистый туалет сходить. Можно арендовать зонт и лежаки, но дороговато, конечно. Вот, минуя частные отели, мы приближаемся к одному из пляжей. Этот небольшой пляж, и как-то он нам сразу не приглянулся. Берег маленький, людей много, идти на у берега. Так что в первый день мы пошли искать еще один пляж. А это мы засняли уже в последний дождливый день. Как-то за прекрасным отдыхом и времени не было видео снять. Кстати, по мнению отдыхающих на этом пляже, всегда волны были. На любителя, так сказать. А это уже вид с волнореза. Он никогда не пустует. И рыбаки на нем обитают, и туристы, как мы, округу поснимать, да селфи на память сделать. Это, наверное, крутые отели, прямо на берегу моря и пляж свой. Ну а внизу море тины тут на песке. И знаете, очень неприятный запах, фу. Непонятно, почему они не убирают это со своего дорогостоящего кусочка пляжа. Да уж. Неприятно. Я бы расстроилась, если бы купила путевки в эти отели. Но мы отдыхаем бюджетно, и у нас есть выбор. Так что идем искать другой пляж. Шли, рассматривали дома. Некоторые из них выставлены на продажу на самом берегу моря. И фац табличка. Частная собственность. Лизанье то заборонено. Все просто и все понятно. Как будто дома, никуда и не уезжали. Да, и размечталась. Классненькие домишки такие. Хотела бы себе тут приобрести апартаменты. Или сразу целый дом. Не помешало бы такое приобретение нашей семье. Можно сразу на все лето ехать отдыхать. Это, видимо, рыбацкие лачуги. А вот представляю вашему вниманию пляж, на котором мы отдыхали.
чистенький, никаких водорослей. Можете сравнить, насколько спокойнее море. Волн почти нет. Запах моря и солнца без примесей запаха тины. Погода все время была чудесная, солнечная. Лишь последний день перед нашим отъездом пошел дождь, но море все равно было теплым. Взгрустнулась Болгария, что мы покидаем ее. Кинув оставшиеся монетки в море, мы пообещали вернуться сюда обратно. Поделиться кусочком Болгарии, моря. Сегодня 2 августа. Вот это у нас пляж спортивной академии, лесотехнической академии. На заднем плане у нас Правда. Сейчас около 9 часов утра. Никого еще нету на пляже. Море сегодня чистое. Здесь пирс, лодочная станция. Вот видите, байдарки, каноэ многоместные. Здесь как раз лодочная станция от спортивной академии Софийского университета. Отсюда они начинают свои походы и тренировки. Вот здесь размеченная территория есть. Каждый день они выходят в море, плавают, тренируются, закаляют свой характер. А мы с вами с утра, каждое утро прогуливаемся здесь, по пляжу, на берегу Черного моря. Любуемся видами. Сегодня море очень спокойное. И вчера оно было спокойное, и сегодня спокойное. В общем-то, все, о чем я говорил в предыдущих своих роликах, оно это подтверждается. Вот. Поэтому хочется, чтобы каждый нашел в Болгарии здесь что-то свое, что-то интересное, то, что его цепляло, то, что дарило ему удовольствие, спокойствие, благополучие. Природа и люди всему это здесь способствуют. Отношение к нам тоже здесь очень-очень добродушное. Поэтому приезжайте к нам. Вот, в принципе, и все, что мы хотели рассказать о комплексе Emerald Beach Resort и спа. И, как всегда, если у вас возникают вопросы, вы сможете обращаться на сайт redline.tv.redline.xyz, раздел «Обратная связь». Там указаны все телефоны, имейл, или можно писать просто в форме обратной связи. Также хочу сказать, что болгарские застройщики и риэлторы всегда на шаг впереди, как бы в много цивилизаций идут, предлагают осмотр квартиры по скайпу или же предлагают туры. То есть вы приезжаете, вас встречают, поселяют, везут по местам, которые вам нравятся, и вы выбираете себе необходимую недвижимость. Также есть такие услуги, как Test Life, когда вы можете приехать и просто пожить и посмотреть, как вам понравится или нет пожить в данном комплексе. Или же можете приехать на лето или на теплый сезон, покупаться в море, одновременно попользоваться всеми услугами, всей инфраструктурой комплексов, и, естественно, искупаться в море, позагорать. Есть много разных услуг. По запросам мы вам все это объясним. Поэтому ждем от вас вопросов. Ну а на сегодня все. С вами был Герман Корольков. До следующих обзоров. Спонсор эфира – агентство переводов «Лингва-24». Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Наши профессионалы окажут самый широкий спектр услуг. Перевод любых европейских языков на языки СНГ и наоборот. Перевод с китайского языка, устный перевод, выполнение проектов под ключ, многоязычные сайты, инструкции к технике и оборудованию, графическая верстка, копирайтинг, контроль качества. Перевод, максимально приближенный по смыслу к оригиналу. Lingva24. Соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете – lingva24.net. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Μαριούπολη.
κάνεις ό,τι μπορείς. Να φορτώσεις τη ζωή, μια ζωή μ' ό,τι βρεις. Σπίτια, μάξια, λεφτά. Απόψε το κόσμο στη μέση. Ας το κορμί μου απ' τα αστέρια να πέσει. Χάλασε μου ό,τι είδα. Зиту Елада, зиту Мариуполь. Азовская столица.